параллельно стенке идет полное открытие. В данном случае у этого больного. Практикующие врачи обучаются по программе отработок клинических навыков. Так, в цикл по кардиологии включены обучение правильному диагностированию, соответственно, своевременному направлению больного на комплексные диагностические методы исследования, а также быстрому, грамотному и эффективному оказанию неотложной помощи. Мы предусмотрели практические запросы практического здравоохранения, в частности, аускультация и диагностика приобретенных пороков сердца. При этом у нас имеются различные тренажеры, в частности, для диагностики приобретенных пороков сердца имеется симулятор, на котором можно запрограммировать любой порок сердца. При этом врач, осматривая, прослушивая, сделав аускультацию, уже должен выходить на диагноз. Проводим еще и занятия по всем современным методам диагностики пороков. Это электрокардиография, фонокардиография, эхокардиография, включая доплерографию. Обучение проходит на кафедре фармацевтической академии, которая располагает учебным и симуляционным центром с необходимыми современными роботами, тренажерами, манекенами, аудио- и видеоматериалами, техническими приспособлениями. Здесь же проводится диагностика и клинический разбор диагнозов больных. На манекенах изучаются шумы и диагностика шумов пороков сердца, что способствует ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые в практике используются тренажеры-симуляторы, где можем и прослушать шумовую симптоматику. Цикл очень интересный. Его считают очень хорошие доктора, кандидаты медицинских наук. Хотелось бы отметить, что мы бы хотели еще прослушать цикл по аритмиям и по неотложным состояниям. Этот цикл очень удобен, без выезда в центральные города, экономится время и транспорт. В основном, значит, на местной базе проводится качественно такое же обучение, как и в столичных городах. Очень довольны. Следующая модульная краткосрочная программа будет проводиться по специальности педиатрия, неонатология, неврология, кардиология. Если будут поступать заявки со стороны руководителей медицинских учреждений области на обучение по другим специальностям, коллектив Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии готов сотрудничать в этой области.